длиннее будет. Посмотрим в следующий раз. Охренеть, у тебя там денег. И что нам, ну... Норт отдастся сейчас? Я бы отдался. А я забыл, а у самой есть тип настроения Коннора? Нет. Ну или, по крайней мере, нам этого не показывали. Восточная гонка в космосе. Lil Joy God Ligma. Добро пожаловать. А я тебя искала. Давай подумаем. Тут хорошо. Ты смотри, как он идет по краю, а? Тут как будто наедине с миром. Мы освободили сотни наших, и к нам еще идут со всего города. Слушай, а зачем мне носить одежду? Кто хочет свободы, идет на Иерихон. Грядут перемены. Прикиньте, если было бы настроение, когда он придет тебе тапки. Они все меня слушают, идут за мной без вопросов. Такая власть очень приятна. И меня это очень сильно пугает. По всем каналам теперь говорят о нас. Люди напуганы. Боятся гражданской войны. Многих наших безжалостно сожгли хозяева. Нас ненавидят. Нам не дадут свободу. Нет, не все люди одинаковые. Вот сейчас, мне кажется, нас понизится с ней отношения. Рано или поздно дать придется. А ты как-то совсем о себе не рассказывал. Какой была твоя жизнь до Иерихона? Но если бы ее чаще показывали, то да. Правду говоря. Я был сиделкой при старике. Он стал мне как отец. Показал мне, что люди и андроиды могут жить в мире. Маркус плюс Норт равно Марорт. Ты не рассказывала о прошлом? Сорт. Что раньше делала? Я Нортакус. Не хочу об этом. Можно еще курорт написать. А, нет. Та девушка в витрине Киберлайф. Напомнила тебе о твоей прежней жизни? Смотри, у нее глаза покраснели, как будто она сейчас расплачется. Мы сражаемся вместе. Мы должны побольше узнать друг о друге. Я была никем. Куклы с конвейера, служащие для удовлетворения желаний. Просто игрушкой для их забав. И один раз, когда меня снял очередной, я вдруг почувствовала, что больше так не могу. Я придушила его и сбежала. Вот теперь ты все знаешь. Зря я тебе сказала. Аккуратненько, медленно, медленно. Да, игра полна таких вот память. Вещей. Дом Карла. Тебя бросили там как мертвого. Таких нюансов, которые очень приятно. Я тоже видел твою память. Клуб Рай.
смерть того человека. Я словно был там с тобой. Норд! Угу. Ну все, мы, короче, пошли по мирному пути, это радует. О, он вернулся. Ты мой сладенький. А если бы мы с Норд, походу, не построили ветку, могли бы и с ним зажамкаться, нет? Точно не было бы у них никаких взаимоотношений, не больше, чем дружеские. Паулик, есть такая песня, да? А я люблю собак. Это самоубийство. Мы всегда все готовы. Не надо, Маркус, еще не поздно передумать. Ты не понимаешь. Мы наконец покажем им, кто мы. Все это войдет в историю. Да нас убьют на месте. Если это принесет свободу нашему народу, давай, я готов рискнуть. Маркус, не делай этого. Они поймут. Мы заставим их понять. Другого пути нет. К нам могут... Ну вот тут, в общем-то... Блин, вот в прошлый раз я тут что-то упустил. Примкнуть другие. Чем нас больше, тем мы убедительнее. Зашел лапы из сумо, аниме пафос. Свобода ждет. Зачем? Чтобы ты весь вечер пялился на уборщицу? Эй, ну что ты залапил? Предъявляет ему за то, что он на андроида пялится. Да, да, будем стоять. Норд нас, наверное, после этого любить не будет. Ну, куда деваться? Очнись. Так, а Маркус от этого не умрет? От жертвования собой? Ну, общественное мнение на нашей стороне. Так что, я думаю, копы особо стрелять не будут. Против толпы не попрешь. Так, все, да? Так, стоп. Так, а ты что там остался, друг? Ты что тут один-то остался стоять? Свобода ждет. У меня что, ресницы накрашены были? Да, кофта классная. Но это скорее... Не, смотри, это футболка с капюшоном, а под нее надета водолазка. Я хочу оставить шанс. Пф, я так 19 лет одевался. Уже два раза объяснил. Мой дрой. Понятно. Свобода ждет. Я, конечно, не хочу сказать, что Маркус как школьник. Или как надо студенты. Перекрыть улицу. Но тем не менее. Да, Плащин вообще на свалке взял. К свободе. Чего ты, Марк? Ты куда это собрался? А ну-ка вернись! Оставьте его. Он выбрал свободу. Все, пошел в задницу. Давай, ребята, просыпаемся. Если хватит мы... подчиняться. Свобода.
Давала бы с руками, ногами. Да, мне руки-ноги-то еще нужны. Представляешь, если бы я остался без рук, без ног? Такой квадратик. Такая рама бы. Ты свободен. А ты знал, что тот маньяк... В смысле, настоящий маньяк? Но то, что он говно, я знал. Да, 19 лет я хорошенько так поджирал. Но было весело. Было очень весело. 17-19 лет был. Классный возраст был. Ты бы сейчас не смог нам снять. В смысле, да я носом так, знаешь, играл бы. Ты на свободе. Прикинь, как бы весело было вот так вот несколько клавиш зажимать. Я подключал нос, язык и бровь. Так, нажимал бы. Сейчас стекло сломает? А. Ребята, ребята, давай, вставай. Ты нужен мне, и ты нужен мне. Это типа по одной из прошлой игры студии, создатель Детройта был тот, и он там был маньяком по лору. И он там покупал... В прошлой игре? Ты имеешь в виду... А это не дополнение было? Heavy Rain, таксидермист. Блин, да, даже до рассвета было вообще больно. Ты клеил бы к носу. Зачем клеить? Я бы ртом держал. А, все, уже удерживать не надо. Слушай, да уже там армия, да, позади нас? Нет, вполне реально то, что они заново этого актера взяли. Но мне кажется, есть дополнение таксидермист. Разойдись! Немедленно разойтись! Это приказ! Будем двигаться вперед, да? 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 Чё безопаснее? Не, серийный код неудобно. Ну, ты же понимаешь, говорит имя патруль 457. У меня тут андроиды, много. Не знаю, сотни. Тысячи. Они идут. Мы живые. Чешут строй по улице. Я почем знаю. Вот и все. Сейчас покосит нас. Ну, а сейчас меньше уже, чем было в игре самой. В смысле андроидов.
Мы пришли на мирную демонстрацию. Домохозяйка. Показать людям, что мы тоже живые. Мы просто хотим свободы. Это незаконный митинг. Немедленно разойдитесь или будем стрелять. Мы не хотим столкновений. Не пугайтесь. Мы никого пальцем не тронем. Но мы отсюда никуда не уйдем, пока не получим свободу. Повторяю, это незаконный митинг. Прям дежавю. Если не разойдетесь сейчас, мы будем стрелять. Маркус, они нас убьют. Мы должны напасть. Нас больше, чем их, справимся. Нападем, и будет война. Надо показать, что мы мирные. Стоять касатиков. До последнего, даже покосят. Если нас перебьют. И наша гибель ничего не даст. Маркус, люди, не надо уходить андроидов, скорее, Америке пока еще не поздно. Самая большая армия. Да, она уже же есть. Тут об этом говорили. Разойдитесь сейчас, или будете уничтожены. Не сдавать надо позиции. Надо показать, что мы не отступим. Стоим на месте. Разойдитесь! Это последний шанс! Смотри, общественное Они мнение, конечно, понять, будет нас, ну, за нас, потому что мы мученики, получается. Нельзя же вот так покорно идти на бойню. Успокойся, слышь? Не сдавай позиции. Стоим на месте. Нас просто косят. Не убьют. Не убьют нас. Я его убил? Джон? Я же не, он же не должен был умереть. А, нет, спасен будет. Быстрей! Они идут! Не убили, не фу! Ну вот теперь зато смотри, люди, гандоны! Они убили Джонни! Джонни! Непоколебимый. Джон пожертвовал собой, чтобы спасти Маркуса. А кто такой Джон вообще? Джон пошел... А, это, ну да, тот, который в главе был, где в порту мы были. Маркус победил полицейских, это мы прошли. Маркус готов ради своего народа жизнью пожертвовать. Слеза катится. Да, я готов пожертвовать Маркусом ради свободы его народа. Где эта леди? Теперь страна стоит на пороге гражданской войны. Машины восстают против своих хозяев. У людей нет выбора, кроме как их уничтожить. Я думал, Камский что-то знает. Видимо, мы открыли бы вот этот диалог, если Может, бы убили Хлою, да? Но ты решил не спрашивать. Будем молчать. Пошла она в задницу. Меня она бесит. Ваш сад творение Камски? Он создал первую версию. С тех пор сделано много улучшений. Почему спрашиваешь? Почему Камски ушел из Киберлайф? Что случилось? Это старая история. Паулик, добро пожаловать. Она не имеет отношения к расследованию. Серия Коннор, секрет. Вы ведь не рассказали мне всего, что знаете о девиантах. Я ожидаю от тебя ответов, Коннор. А не твоих вопросов.
Ты один можешь предотвратить войну. Найди девиантов, иначе наступит хаос. Это твой последний шанс, Коннор. Аманхер. Ты снят с дела. Оно переходит к ФБР. Что? Мы же напали на след. Нам нужно время, мы ведь... Хэнк, ты не понимаешь. Это уже не рядовое расследование. Это гражданская война. Уже не наши масштабы. Это вопрос госбезопасности. Да пошли вы! Нельзя взять и все оборвать. Мы почти у цели. Ты ж бухтел, как тебя бесят андроиды. Хоть бы определился уже. Я-то думал, ты обрадуешься. Мы почти раскрыли дело. Мы в шаге от ответа. Да чтоб тебя, Джеффри! Не можешь хоть раз меня поддержать? Это вне моей власти. Вернешься в отдел убийств. Андроид вернется к себе в Киберлайф. Прости уж, Хэнк. Все кончено. Ну да, конечно, прикинь, как обидно. Расследуешь, расследуешь, а тебя бах в конце уже снимают с дела. Но с Кэнком путь разблокирован. Ты его видел, как их забомбили фанаты Коннора, инстаграм актриса Аманды? Ну, вообще, довольно частая ситуация, да, когда просто на плохих персонажей устраивают травлю, ну, фанаты на реального человека. А это как бы вообще тут при чем, ребят? Нельзя же так просто сдаться. Это как было с «Игрой престолов». Там на плохих персонажей вообще травля была устроена. А ты вернешься в Киберлайф? Этого мальчика, кто предал... Меня деактивируют и будут искать причины неудачи. Как? Джона Сноу, вот. А что, если мы не на той стороне? Я читал статью, то что там вообще на него жесть какая была устроена. Что, если мы реально боремся против угнетенного народа? Мы на правильной стороне. Люди нас создали. Они нам хозяева. Машина не должна бунтовать против Создателя. Ты отказался убить андроида в доме Камски. Ты поставил себя на ее место. А это эмпатия, Коннор. Эмпатия свойственна людям. Не знаю, зачем я это сделал. Ну ладно, тут уже без вариантов. А давай Танис спросим. Знаю, у вас в прошлом нечто страшное. Желаю вам набраться смелости и отпустить это. Жить своей жизнью. Это совет пластиковой куклы, но... не мог не сказать. Так-так, а вот и... Болье паник, ба. Самый говнюк. Федералы, конечно, времени не теряют. Отступать нельзя. Ответ уже есть в собранных материалах. Перкинс заберет их, и все кончено. Выбора нет. Фаулер же сказал, нас сняли с дела. Вы сейчас должны мне помочь. Мне нужно время, чтобы найти ответ в материалах дела. Я точно знаю, что он там есть. Слушай, Коннор... Если я не раскрою это дело, Киберлайф меня уничтожит. 5 минут. Большего не прошу. А он бы послал нас в задницу, да, при плохих отношениях. Ключ от подвала на моем столе. И чеши давай. Думаешь, я надолго его задержу? Давай, давай, давай. А, какая боль. Давай, бежим. Перкинс! Ах ты, говнюк, ёбаный! Короче, он ему в морду дал. Давай, давай, давай. Прометей, ты вообще с нами сейчас или в GTA играешь? Я к тебе обращаюсь, придурок! Чё забыл тут? Нам тут пластиковых Отвечаю. Уродов не надо. Тебе что, они сказали? Все, давай. Меня сняли с расследования. Я намерен. Говори ему, что он хочет, и валим. У меня материалы и сразу уйти. Хорошо. И ты береги себя. Давай, иди в задницу, урод. Ведь у андроидов есть склонность к внезапному воспламенению. Чему?
Так, ничего не упустили. Давай, вещдоки достаем. Слушай, в будущем классно, я думаю, все будет на монитора. В этот раз-то мы его знаем. Что же мог выбрать старый матерый полицейский? Когда должна быть миссия, когда Коннор со снайперской винтовкой на крыше? Чего? Я такую миссию при первом прохождении не видел. Где же Иерихон? Ответ должен быть здесь. Времени мало. Да мы успеем все осмотреть. Я же знаю, что надо делать. Мы просим вас признать наше достоинство. Наши надежды и наши права. Вместе мы сможем. Ты увидишь, что тут будет другое лучшее будущее для людей и действие с Хэнком. Я говорю вам о наших надеждах. Вы дали. Серьезно. Вам жизнь. Я думаю, там теперь чисто они были разруганы и Коннора оставляли андроидом. А мне тут придется его сделать девиантом, чтобы он выжил. Чтобы все максимально выжили, и Хэнк в том числе. Это я делаю исключительно для новых этих веток. Не надо мне говорить, что типа с этим туда, да, типа тут ничего с этим не делаешь, тому подобное. Девиант, с которым Маркус пробрался на телепашню. Наверняка он знает, где все прячутся. Требуется 3983. Ну ладно. Ты же Коннора машин делаешь. Ну тогда никто-то не выживет. Придется в этот раз его не делать машиной, а сделать под конец девиантом. Я просто еще хочу сделать так, чтобы его Коннор не, Хэнк не убивал. Давай, доставай из него 3983. Только под по этим соображениям. Коннора хорошо делать машиной, когда, ну, всех гасишь и ругаешься со всеми. Это второе прохождение. Здесь темно. Где я? Поэтому я многого не знаю. Я девиант, как и ты. Мне нужна помощь. Я должен найти Иерихон. Я не узнаю. Не, давай все-таки в этот раз под конец его сделаем девиантом. Я не скажу тебе, где Иерихон. Так что не трать время. Я просто тогда же запорол. Ну, тот момент с Хэнком. Не знаю, как зовут его сына. Ну давай, я же знаю уже. А, блин, опять. Признать наше достоинство. Фига он Тувайн так делает. Наши права. Или вот камера так сделала. Так, стоп. Все, валим. 4 минуты осталось, я метеор. Кто здесь? Кто это? Все в порядке. Не бойся. Маркус? Это ты? Я хотел помочь, но охотник на девиантов помешал. Ты не дал ему найти меня, ты меня спас. Ты спас Иерихон. Все будет хорошо. Этого андроида жалко. Я не мог забрать тебя. Ну. Дай координаты Иерихона. Нужно уходить. Координаты Иерихона? Он, в общем-то, автомат выстрелил, бы многих убил. Да, конечно. Все, спи. Отдыхай. Что случилось?
Справлюсь. Походу, тут кто-то шарился. В идеале. О, черт. Тревогу, быстро! А я прошел допрос без самоубийства этого андроида. Так это не тот андроид-то был. Это не тот, который самоубился. Это тот, которого мы в телебашне взяли. Все девентивируются андроиды по-разному. Ну видишь, это жестокий был. А в нашем деле эволюции жестокость не нужна. Погиб главе вне закона. Выяснить местоположение. Ну, это, короче, все понятно. Это. Угу. Я думаю, при следующем прохождении мы вообще в это место не попадем. С Алисой все-таки близость, как и с Лютером. И эта игра только на консолях или на ПК тоже. Это эксклюзив для PlayStation 4. Больше нигде ее нет. Кто-то как Ральф с ума сходит, а кто-то как Маркус характер приобретает. Не на консолях, а только на PlayStation. Ну, Sony довольно много денег отваливает за подобные эксклюзивы. После вчерашнего народ запаниковал. Все будет хорошо. По-моему, эмулятор — это такая порнография редкостная. Изъятие всех андроидов властями сразу повлекло за собой. Какой мощности должен быть сейчас ПК, чтобы потянуть эмулятор PlayStation? Ожидаются перебои с энергией, связью и водоснабжением. Но самое тревожное. Так они что-то на четвертую ее выпустили. Как она пойдет? Сразу на две трети. А давайте лучше музыку. Нет, давай так, честно. Я не знаю, выпускали ли они ее еще и на PlayStation 3, но я сильно сомневаюсь. Андалси 10. Интересно, что его побуждает? Ну, говно писать. Прометей, убери его. Нам такое в чате не нужно. Чуть дальше, в той стороне, будет грузовой корабль и... Мне кажется, есть люди, которым нравится быть Маркус, забаненным на максимальном количестве каналов. Через границу уходит в полночь. Вы обязательно должны успеть. Здесь вам оставаться опасно. Тут немного. То есть как вот в прошлый раз. Но сидишь, сидишь такой, сидишь. Мой брат, ну, на прошлом прохождении Детройта. Он спрячет вас. И тебе в чате пишут, что ты девственник. И ты как бы сидишь. Храбрая девочка, Алиса. Да, у нас тут, ну, место, получится. Ну, как бы, мы все общаемся, все дружим, спасибо, мы тут друг друга не обсираем. Рос. Есть стримеры отдельные, кто любит, дай, ну, чтобы у них просто срач был. Они сами сидят там, ругаются матом, им, ну, как бы, насрать на это, на все. Будьте осторожны. У меня такого не будет. То есть, кто хочет срач устраивать, но это не тут. Ты береги их. Так вот, короче, тогда написал, что я девственник, и я не понимаю, какой реакции он от меня ждал. Надо бы поспешить. В мои 52 над этим только автобус смеются. Автобус ждать не будет. Да, пошли, блин, на автобус. Да, 0-3 была в том числе. Вангер, привет! Присоединяйся. Кого бы ты выбрал, Алису или Лютера? Алису, ну потому что она ребенок, но она и вызывает такие чувства всегда. Детей надо выбирать, а не взрослых.
Так и не понял, каким образом создали таких андроидов, мыслящих, да еще и креативно. Ну тут это не объясняли. Но вообще, люди-то близки к созданию довольно умного виртуального интеллекта. Не, реально. Дэнч, добро пожаловать. Ну, то есть, сам виртуальный интеллект уже может, в принципе, мыслить и довольно хорошо, ну, относительно хорошо, да, то есть. Возьми ту же Алису от Яндекса или Сири. Надо найти теплое место для Алисы. Я хотел посмотреть карту мира Детройта. Я думаю, в сети можно нечто подобное найти. На 2 минуты и в итоге промокло до трусов. Чудесно. Может быть, не стоило выходить? За 2 минуты особо ничего так и не успеешь. Так, что нужно сделать? Теплое место для Алисы. Эй, Алиса! Попутно ничего сделать нельзя. В первую очередь Алиса. Попробуешь отчужденность с Алисой? Да, при плохом прохождении мы будем отчуждены. Прикольно. ОЗУ 24 гига, никогда им настолько не видел. Это когда апгрейдишь комп? Как самочувствие? Ну не хочешь апгрейдить мать. Мне жарко. И просто докупаешь ну, платы. У меня там было 2 по 4 гига, 2 платы, да, стоял на 8, то есть. И еще 2 пустых места я докупил по 8. Найду вот получилось 24. Последний рейс через 2 часа. У меня вопрос. Корея в мире Детройта объединилась? У нас нет времени. Увидим, как только будут паспорта. Хрен его знает. Но в реальной жизни они близки к этому. Мне надо тебе так сказать. В плохом, ты же их убьешь в самом начале игры. Ну мы еще раз как-нибудь пройдем. Я игру. Скоро. Побудь с ней. Будет плохое, будет еще некоторые прохождения, варианты. Знаешь, это вариативность. Просто нужно будет взять кое-какой небольшой передых после 3-го прохождения Детройта точно, да? Ну хотя бы вот пару стримов. Так, чуть дальше. Все граждане обязаны сдать находящихся в их распоряжении андроидов в ближайший участок полиции или... К чему ты написал время? Паблик. Паулик. Паблик. По номеру на экране, чтобы вызвать специалистов для изъятия андроидов. Ни при каких обстоятельствах не пытайтесь уничтожить андроиды самостоятельно. Они стрим идет с часу. 3 часа? А, ты думал, бот тебе ответит, да? Не, я ничего из этого не настраивал. Уже 3-е прохождение, жесть. Меня бывает после пары прохождений игры уже тошнит. Не, это 2-е. В данный момент это 2-е прохождение. А 3-е будет чисто плохим. Где я буду убивать, ну, всех персонажей. Максимально быстро. Не сначала целую игру, а по главам. Некоторые только. Да, мы посмотрим. Но я говорю, после 3-го, после плохого прохождения мы уже будем как-то более вариативно делать. То есть, видишь, тут сейчас цель сохранить жизни. Мы это сохраняем, мы это и делаем. А дальше уже будем смотреть. Конора ты никак не убьешь. Ну, это значит, что он главный персонаж. А, да, точно, я же в первом прохождении Коннора убил. Я уже даже забыл об этом. Ты Маркус? Со мной девочка и еще один андроид. Я сползаю с кресла. У нас 2 часа до автобуса через границу. Нам нужны паспорта. В городе комендантский час. Повсюду солдаты. Да, у меня 4 Pro. А хрен его знает, как она в 4К. У меня монитор. Может, на... Это... вам лучше здесь переждать? Как это? Full HD Plus называется? 2500, когда? Посидим здесь, пока все не уляжется. Телека тоже пока 4К. Один из наших работал в госдепартаменте. Но то, что изображение четче, у него есть это факт. Паспорта, он графика в любом случае лучше.
и без 4К. Я ему сейчас скажу. Спасибо. Ты говоришь, с тобой девочка. Минус плойки в том, что она держит либо Full HD изображение, либо 4К. То есть, по факту, придется растягивать я нужна ей. Изображение. Ну, там в настройках плойки это делается без проблем. Куда уж проще. Так, ну, вроде все. Вагнер? Вангер, добро пожаловать, Вагнер. Язык заплетается. И вот захожу на YouTube, смотрю. PewDiePie 65 миллионов. Алиса. Меня сейчас называют Вагнер. Ну просто это на языке. На языке. Опа, Никита. Жду, пока его стукнет 1 миллиард. У Ютуба нет еще такого количества, в принципе, пользователей. Вроде бы. Или я ошибаюсь? Ты давно знаешь. Просто не хотела признать. Ей нужна была мама. Тебе нужно было о ком-то заботиться. Если что, толкаешь. Вы были нужны друг другу. Может, толкан? Уже недолго, но штука, да. Будешь любить ее меньше, зная, что она одна из нас. Кто все эти люди вообще? Алиса любит тебя. Она любит тебя больше всего на свете. Она стала тебе как родная дочка. А ты стала для нее мамой. Забыть, кто ты есть. Стать кем-то очень нужным для другого. Может, это и значит быть живой. Она предала нас. А, раз по фамилии, это понятно. Паш, это известные ютуберы. Если я о них не знаю, значит, не такие известные. Логично. Кэра, что-то случилось? Ладно, хочу так пока закончить. Мы с тобой всегда будем вместе, правда? Да, только если нас не застрелят в этот раз на остановке. Всегда. Вот и все, с Лютером мы семья. Такая милая межнациональная андроидовская семья. Прелесть. Интересно, что было бы с роботами после смерти, хотели бы вы свои мюды. Интересно, что... То же самое, что и со всеми, я думаю. У нас не хватает биокомпонентов. Раненые отключаются, и ничего нельзя сделать. Тайны имени. Президент Уоррен заявил, что мы национальные угрозы и должны быть уничтожены. В крупных городах начались облавы. Андроидов отправляют в лагеря для уничтожения. Ну да, тут, конечно, драматичность не зашкаливает. Как скот. Это наша вина. Ничего бы не случилось, если б не нарвались. Мы попросили у них только свободы. Они даже слушать не стали. Карают нас за то, что мы живые.
что толку в твоей свободе, если никого не останется? Вот это хороший вопрос. Может, разум мой затуманился гневом, но... Все, что я сделал для народа. Мы забываем, кто наш враг. Нам нельзя ругаться. Он прав. Сейчас важно, что вам делать дальше. Маркус. Да, у тебя уже довольно поздно. Ну не спи, уже игра скоро закончится. На диалог увидим. Дальше только диалог. Я пойду один и попытаюсь вразумить их. Не делай как спасти? Этого, Маркус. Заорать? Тебя убьют. Может. Короче, берешь, идешь к холодильнику, открываешь морозилку. Если не вернусь, вам надо залечь на дно. Кладешь, берешь оттуда лед, кладешь его на кровать и прям голой спиной только ложишься вернусь. На этот лед. Не уснешь, гарантированно. Они должны осознать свою жестокость. Найди слова, и они услышат. Если льда нет, достаешь пельмени, также по той же схеме кладешь, а утром еще и завтракаешь. Причем Windows 7, да? Так, печаль, гнев, печаль. И вот об этом мы мечтали? Им не остановить то, что мы начали. Ты пришел и дал нам надежду. Всем, даже мне. Сегодня на Иерихон пришел девиант, который угнал целую фуру радиоактивного кобальта. Да не будет температуры. Это испытанный метод. Сказал, что бросил ее где-то в Детройте и приготовился взорвать. Я его отговорила. И он дал мне детонатор. Грязная бомба. Мы не можем проиграть эту войну. Если победят люди, наш народ навсегда исчезнет. Это может быть наш единственный шанс есть? На выживание. Тоже как вариант. Не, давай возьмем. Только бы до этого не дошло. Слушай, она-то, мне кажется, взорвет быстрее. Тортик. Что бы завтра ни случилось, хочу, чтобы ты знал, что я рада быть рядом. Темный рыцарь. Охренительное кино. С лучшим Джокером. Пойду к остальным. Береги себя. Не хочу тебя терять. Да не потеряешь, мы постараемся. Слушайте, а сейчас вообще на корабль точно по-любому, да, должны напасть? Господи, почему не меня? А, в смысле, поцеловал? А. Ну, я думал, такие эмоции. Так им же, по сути, добавили, ну, эмоции. Может, и гормонов. Прекрасно, Коннор. Ты смог обнаружить и Иерихон, и лидера девиантов. Разберись с Маркусом. Он нужен живым. Коннор. Кстати, ее же бесплатно раздавали игру вот эту For Honor. Я ее скачал, так ни разу ее не запускал. Даже не знаю, какая она из себя. Приказано брать тебя живьем. Uplay бесплатно раздавали. Но если ты меня вынудишь, я буду стрелять. Давай отговорим. Ну, пристрели меня. Ёп, ни хрена себе отговорил. Все равно ничего не изменит. Мое место займет кто-то другой. Понимаешь, наш народ просыпается. И нас ничто не остановит. Ты пойдешь со мной!
Ну, это такое. Так ты и есть, Коннор. Знаменитый охотник на девиантов. Ну, мои поздравления. Очевидно, ты нашел то, что искал. Мы твои собратья. Мы боремся и за твою свободу. Тебе больше не нужно быть их рабом. Что за хаос слипер? О чем она? Влияет. Ты ведь можешь не подчиниться. Тебе больше не надо их слушать. Ты ведь живой. Я боюсь забуду кинь группу название, там есть предложка по играм. И жить свободно. Вопрос объединить и посеять сомнения. Сеем сомнения. И у тебя никогда не бывает сомнений? Ты никогда не поступал нелогично? Да, можешь предлагать предложение, кидай есть в группу. Не, я реально не их смотрю. Только одна программа. Пора решать. Давай. Ну, ему реально идет больше девиантов. Ну, что я могу поделать? Кстати, классно сделали, да, как они свою систему ломают? Я девиант. На Иерихон идет атака. Что? Надо уходить отсюда. Черт. Что происходит? А это паблик, там не обязательно вступать, чтобы написать. Быстро уходим отсюда. Но желательно вступить. Ух, пошла жаришка. Как крысы в лабиринте. Жара, жаришка, жаркая. Скорее, Кэра, они идут! Коридор, туда! За мной! Сюда! Скорее! Бежим, бежим, бежим! Сюда! Я пока не отвлекаюсь. Наверняка дальше есть выход! Внутрь! Быстро! Блин, тут жмурики лежат, жмурики! Блин. Они наступают со всех сторон. Наши заперты в трюме, их всех уничтожить. Сообщение Саймон и Джош. Сообщение. На втором и третьем ярусе есть выходы. Прыгайте оттуда в реку. Где Саймон и Джош? Не знаю, мы разделились. Они уже на верхней палубе. Будет перекрестный огонь. Надо бежать, ничего уже не сделать. Надо взорвать Иерихон. Уничтожим Иерихон. Пойдет ко дну, люди удерут, наши спасутся. Ты не сможешь. Взрывчатка далеко, в самой глубине трюма, там повсюду солдаты. Она права. Тебя знают, будут брать любой ценой. Вы помогите остальным, я скоро буду. Маркус. Говорю же, я быстро. Давай, беги, Маркус, ну что ты, ну... Мне кажется, или ему плащ велик? Иерихону пришел конец. Спасай наших, Маркус. За Кэру, когда пойдешь, не обходи, а на саму станцию иди, там билет найдешь. Так я и не обходил, а сразу на станцию пошел в прошлый раз.
Фокстрот, наблюдаем противника, жду указания. Я же напрямую пошел, у меня времени не было на обход. Если хоть кто-то будет рыпаться... Так точно, принято. Я только умер. Ну, блин, там я вступил, короче. Некрасиво тогда вышло. Поздно, Кэра! Уводи Алису! Спасайтесь! Нет, мы тебя ни за что не бросим! Да, Кэра? Мы не бросим? Что ты делаешь? Я тебя не брошу! Кэра, нет! Не, Лютера не брошу. Военный где-то. Да, да, вот я тогда же подошел. За Лютер и двор стреляю в уход. Не с места! Зря ты это сделала. Не подвергай Алису опасности. Уходите, пока они не вернулись. Как же ты? Что ты будешь делать? Я справлюсь. Ты думай об Алисе. Я не хочу тебя оставлять. Не бойся. Я догоню вас у границы. Идите, берегите друг друга. Бежим, 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 бежим. Сейчас главное не запороться. Оп. Оп. Опа. Хоба. Минус. С тобой все нормально? Да, нормально. Пистолет бросила пистолет, ну. Кстати, это первый человек, кого мы убили. Да, классно, они спрятались, да? Чё, на нюге? Бля, не на ту нажал. Простите. Я думал, джойстиком махать надо было, надо было влево нажимать. Маркус, ты спас нас. Уходите! Скорее! Иди в задницу. Давай, давай. Вот они! Стоять! Мы сдаемся, не стреляйте! А, я ничего не могу сделать. Слышь, я ничего не могу сделать. О, черт. Минус. Маркус, это Маркус. Уходите, бегите к остальным. Блин, сколько жмуриков-то андроидовских. Давай, давай. Бам! Все, минус. Быстро, сюда! Как? Это ж какой надо силой обладать, чтобы бронированный шлем пробить ударом. Мы спасены, Алиса. И вырубить его. Стоять!
Заца, притворяемся мертвыми. А в прошлый раз меня ранить еще успели, но я снова притворился мертвым. Не двигаться. Не убивайте меня! Хэн, красавчик, своему классу, кто не верит тому в глаз. Блин, а был бы этот, дожить до рассвета, то... Пришлось бы еще джойстик без движения держать. Ну на все, нервяках. Пошли отсюда! О, все, отбомбились. Быстро, надо уходить. А вот и бомба. Ну и чё ты, лошпед? Выстрелишь меня? Блин, а их трое. Как Маркусу вложили в программу умение так драться? А это еще и девушка. Вот, без ошибок, без ошибок. Чат молодец, чат такие моменты не пишет, не отвлекает меня. В любую секунду, надо уходить. Блин, беги! Норд, ты чё отстала? Назад! Поздно, Маркус. Ей уже не помочь, надо бежать. Спасай, конечно, ты чё? А, фак! Сюда! Бежим! Может, ребят, прикройте, постреляйте по ним? Почему один Коннор стреляет, блин? Ой. Я лево с правым перепутал. Уходим. Еще один момент, когда можно было убить Коннора, я думаю. Как твоя идея после прохождения, когда ты будешь на... В трюме сработало взрывное устройство. Что такое ТФ-2? Пусть наши отступают. Внимание, бойцы! Самое интересное, всем немедленно покинуть корабль! Драться в робота. Это не все, Маркус. Да, хороший вопрос. Силиконовый Рэмбо просто жесть. Не, ну этого Коннора-то обучали этому всему. +17. Не, ну вообще я так и подумал про Team Fortress. Да хрен его знает. Насчет Team Fortress, ну реально хрен знает. Че у нас по Коннору? Идти по следу Ерихона на корабле. Вы замечаете взрывчатку, вы замечаете Руперта, прочитать статью. Ну, все хорошо, хорошо, короче.